Салам алейкум, пацаны, ура, наконец-то, я же говорил, будет бесплатный магический куб. Также, друзья, успейте забрать, пока не убрали новую бесплатную эмоцию, новый набор, новые вещи. Также, друзья мои, я же говорил, что будут у нас на аккаунте, на регионе, да, будут временные алмазы. Их тоже уже добавят, уже известно число, когда будет. Много халявы, сегодня заберете много чего бесплатно, совершенно. Сегодня вам все расскажу, все покажу, ролики обещаю, друзья, будет интересно. Также не забывайте, что у меня проходит еще розыгрыш моей рулетки, да, где каждый из вас может выиграть себе на аккаунт 300 алмазов. В общем, тянуть не буду, по-братски, обязательно, друзья мои, ставьте лайк. Кто еще не поставил лайк, обязательно, друзья мои, подпишитесь, поставьте лайк. Для меня это очень и очень важно. Также, друзья мои, для вас и для меня очень также важно, чтобы вы сейчас обязательно все подписались. Пожалуйста, друзья мои, кто еще не подписался, пожалуйста, обязательно, прямо сейчас, вот, нажмите кнопочку красную, нажмите серый, подпишитесь, обязательно нажмите колокольчик, нажмите все уведомления. Для меня тоже это, друзья мои, очень важно. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Именно сегодня в моем телеграм-канале я буду выбирать двух победителей, которые получат себе на аккаунт, будет шанс у них получить, да, на аккаунт 300 алмазов совершенно бесплатно. Ссылочка на телеграм в описании, обязательно подписываемся, там же вы все узнаете о всей свежей халяве, а также конкурсах и также промокодов. Все будет, все самое свежее именно там. Поехали. Ну что, друзья, начинаем с самого начала. Быстренько заходим и забираем всю халяву. Понятно? Понятно. Быстренько, поехали. Сначала забираем халяву. Эксклюзивно для предрегистрации. Это уже, друзья мои, обновление. Забронируем. Забронируем обязательно купончик себе. Забрали? Забрали. Поехали дальше. Поехали дальше. Это, друзья мои, новое обновление. Больше наград. То есть получается, это награды получат игроки, у которых возвращение ветерана, те, кто ветеран, да, те, кто старенькие игроки, и те, кто награды новичков, те, кто именно зашел в игру недавно. То есть эти награды также будем получать. Ладно, мы будем говорить быстро, но сразу говорю, будем не растягивать. Бесплатный слот для навыка. Друзья, мы также добавим бесплатный слот для навыка. Оптимизация персонажей будет обновление и много-много чего. Также будет оптимизирован эффект, также урон по стенкам. То есть тоже много чего будет интересного. Очень много будет чего обновлено. Также, друзья, не забывайте, что у нас еще в игре добавят много крутых эффектов, крутых, скажем так, вещей, которые также сможет вам много чего, скажем так, давать нового, да. То есть получается, ну с этим вы сами можете, да, почитать это все, можете сами узнать. То есть получается ледяная такая вот вещь, да, будет типа ледяной, скажем так, да, так, ну даже не знаю, как называть, да, ее. То есть эта ледяная штука будет давать вам стенки. То есть вы ее получаете, находите, и она вам дает 5 стенок. Тоже, в принципе, неплохо, вот эта вот ледяная вещь, да. Также получается сканер, который вам будет давать где-то определенное, скажем так, да, то есть вас не будет видно на карте. И также сканер, во котором будут находить какие-то тайные предметы на карте. То есть два сканера, то есть снизу. Ну, это можете почитать. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Мы сегодня забираем сначала халяву. Так, сегодня, не забывайте, друзья, 11 числа мы забираем еще бесплатно себе такой грим. И также получается еще какой-то лутбокс непонятный, но тоже забираем бесплатно. Ладно, поехали дальше. Друзья мои, календарь событий. Календарь событий тоже, в принципе, очень угодно. Видите, внизу находится магический куб. Это, скорее всего, мы получим, магический куб уже все на свой аккаунт, друзья мои, скорее всего. Магазин алмазов. Очень бомбово. Магический куб тут мы видим, значит, возможно, мы получим магический куб совершенно бесплатно, скорее всего. Также получается стенки, наборы новогодние, вот такой вот, да, вот, типа Санта-Клаус. Также получается и такая офигенная, смотрите, какая просто эмоция с флагом бомбовый, да. И также выбери персонажа, бесплатный персонаж будет совершенно для вас, да, какой-то персонаж будет бесплатно, который вы сможете также получить на свой аккаунт. Тоже, в принципе, неплохо. Так что это много чего интересного будет. Также, друзья мои, временные алмазы. Я же говорил, что будут временные алмазы. Многие, да нет, действительно, не будет временных алмазов. Друзья мои, говорил, вот они. Верьте моим новостям, что я вам говорю. Верьте моим новостям и делайте то, что я вам говорю. Друзья мои, самое главное, чтобы вы все сейчас поставили колокольчик, подписались на мой YouTube канал и обязательно подписались на мой группу ВКонтакте. Группа ВКонтакте, есть ссылка в описании. И на мой ВК. Именно там тоже я буду вам разыгрывать алмазики. Самое главное, в телеграм-канале. Вот, ну то есть, про временные алмазы вы все знаете. Их откроют 13 числа по 30. Тоже каждый из вас может забирать бесплатно все новые вещи. Все, чем бомбово. Также получается маски. Какие-то маски мы сможем получать, да, какой-то лутбокс. Тоже какая-то халява. Также получается, друзья, мы сегодня, ну это, в принципе, халявы все знают.
Сегодня халяву все знают. Так получается, также 18 числа мы забираем себе бесплатно стеночку. 18 числа. Совершенно бесплатно. Также получается, сковородку многие забрали уже, да, наверное. Забрали многие, друзья мои. Так, все, в принципе, с этим мы разобрались, да? Ладно, поехали дальше. Не забывай, друзья мои, что у нас еще сегодня впереди еще годная халява по поводу вот этих штук. Получается, сегодня уже забираем бесплатно себе купончики, забираем себе лутбоксики. Также забираем себе бесплатно, друзья мои, эмоцию. Забираем бесплатно эмоцию. Вам всего лишь нужно выполнять задание, да? Выполнять задание, короче, наносите, короче, урон, забираете купончики и их обменивайте уже на эмоцию, на вот такую курточку бесплатную и на эмочку бесплатно. То есть это все, друзья мои, бесплатно. Уже можете выполнять задания и забирать эти жетоны. Также получается сегодня, ну это, наверное, уже многие еще не забрали. Также получается сегодня забирайте бесплатно грим. Бесплатный грим, друзья мои, бесплатный. Тоже, в принципе, неплохо. Сегодня можете забрать. Также 11 числа надавали купончики, нам добавили, которые также можно получить. Кстати, мы тоже разобрались, я вам показал, да. То есть это, друзья мои, все бесплатно. Но самое главное у нас, просто самое главное, это вот магический куб, временные алмазы и много чего угодного. Это все бесплатно. Также, друзья мои, хочу для вас разыграть новое пополнение. Нам добавили новое пополнение, который каждый из вас тоже может приобрести. Также буду сегодня разыгрывать это пополнение в моем телеграм-канале. Сегодня я буду где-то в 18:00 по московскому времени выбирать двух победителей, которые, возможно, заберут уже на свой аккаунт именно пополнение себе, эти, скажем, такой вот грим, не грим, да, а татуировки, да, торс. И вот такой вот, скажем так, такой вот рюкзак в виде гитары. Сегодня буду выбирать двух победителей в телеграм-канале. Та же ссылка на телеграм в описании. Заходим, подписываемся. Подписываемся на группу ВКонтакте и обязательно на ВК. Тоже три ссылки в описании. Вот. Ну и, конечно, не забывайте поставить лайк, друзья мои. Это очень важно. То есть буду выбирать победителей на это в телеграм-канале. Так, получается, также у нас получается сегодня добавили еще одно событие. Добавили событие, где также можно попробовать себе выбить вот такую офигенную топовую толстовочку. Ну, я не знаю, есть смысл выбивать ее или нету, но это получается у нас что? Получается, это толстовочка, но это типа водолазка, черная водолазка, только с эмблемой впереди. И дополнительно к нему еще дается такой вот балахончик. То есть балахон вы можете снять и также поставить на любой набор. Тоже, в принципе, неплохо. Помимо набора, тут еще есть всякие прикольные наборчики. Да, не наборчики, а вещи. Мотоцикл есть, также есть, получается, парашютик обычный. Доска есть обычная с эффектами карт. Вот, ну и так, в принципе, мелочи. Ну, я, в принципе, считаю, что еще есть стеночка в этом событии. Но она мне, честно, не очень понравилась. Так что я не знаю, вообще есть смысл убивать мне это событие или нету. Я подумаю, на самом деле, если решу, я буду убивать. Вот, также не забывайте, братва, что у нас скоро магический куб бесплатно. Да, скорее всего, будет, скорее всего. Будем ожидать, и новый обменник тоже скоро всего добавится. Много чего добавится. Друзья, халявы будет очень много. Этот месяц просто, я обещаю, будет просто бомба. Вам снесет голову. Не забывайте, друзья, максимально лайков. Обязательно не забывайте. Очень большая просьба делиться моим видеороликом везде, где есть возможность. Телеграм-канал, ВК, Ютуб, ТикТок. То есть везде. Скачайте мои видеоролики и выкладывайте. Если мои ролики будут набирать со мной, да, большие просмотры, я буду вам донатить алмазы. Вам всего лишь нужно будет мне написать ВКонтакте, Дистри там. Я мне там набрал с тобой ролик, да. Как ты там открываешь что-то, да, там, или показываешь новости. Набрал хороший просмотр, дай мне алмазов, я вам задоначу алмазов. Вот, так что не забывай, друзья мои. Давайте, под этим видеороликом мы должны добрать, давайте, 2000 лайков. Очень это важно. Также обязательно колокольчик нажимаем, все уведомления на моем YouTube-канале. Также получается, братва, у нас до конца месяца проходит акция на настройки на ваши телефоны. Спокойно, прямо сейчас, можете мне уже писать в ВК. Дистри, хочу приобрести настройки. Цены недорогие, каждому телефону настроим до идеала. Покажем, как правильно нужно оттягивать, все покажем, будете играть реально очень хорошо. Ну и не забывайте, что у нас идет набор в гильдию. Если хотите попасть ко мне в гильдию, в адекватную гильдию, без всяких агрошкольников, также можете оставить заявочку. Вот адишек моей гильдии, кидайте запросы, мы вас рассмотрим. Если, конечно же, вы нам подойдете, конечно же, мы вас обязательно примем, обязательно. Все, я вас люблю, всех обнял, скоро к вам вернусь с новым видеороликом. Ждите сегодня в 15:45 новый видеоролик, 15:45. Тоже будет очень бомбовый, вам реально он тоже понравится. Всем пока, люблю вас.